Памятные места города в преддверии Дня Великой Победы обрели новый облик. С инициативой привести их в порядок к депутату областной думы Борису Попову обратился глава города Алексей Колмаков. Центральный памятник города приводит в порядок по согласованию с членами Рассказовской организации КПРФ. Совсем скоро Владимир Ильич будет стоять на отремонтированном и покрашенном постаменте. Сейчас рабочие занимаются тем, что удаляют старую краску, затем поверхность постамента прогрунтуют, зачистят швы, зашпаклюют и покрасят в серый цвет. Как говорит организатор работ Борис Попов, такое цветовое решение не случайно. Многие годы постамент был именно серого цвета. Я посчитал своим долгом и обязанностью, что этот памятник нужно привести в надлежащий вид. Тем более, это наша история. Я считаю, что памятники истории должны быть в надлежащем санитарном состоянии. Перед Днем Победы по инициативе депутата областной думы будет обновлен и памятник погибшим красноармейцам на улице Братской. Здесь достаточно будет покрасить звезду и обновить советскую символику, отмечает Борис Попов. В День Великой Победы сюда придут жители улицы, чтобы возложить цветы к братской могиле и почтить память павших.